Sorry to keep you waiting. Извините, что задержал. Good afternoon. Добрый день. Российские военные начали грубые нападения на народ Украины без оправдания, без предупреждения, без необходимости. Это заранее преднамеренный шаг, который Владимир Путин планировал в течение долгих месяцев. Мы говорили об этом с самого начала. 175 тысяч человек, военное снаряжение было размещено вдоль границ Украины. Необходимые поставки крови, госпитали, все это было развернуто. Мы говорили, это свидетельствовало о его намерениях с самого начала. Несмотря на все наши попытки Соединенных Штатов, наших партнеров, решить наши общие озабоченности по поводу безопасности, продолжить диалог, избежать человеческих потерь. В течение недель. Мы предупреждали о том, что это произойдет. И теперь все развернулось перед нами так, как мы и предсказывали. За последнюю неделю мы наблюдали обстрел на Донбассе. Это район на востоке Украины, который находится под контролем сепаратистов. Были предприняты кибератаки против Украины. Мы видели целый политический театр, различные утверждения, фантастические, неправдивые о том, что Украина собирается напасть на Россию, что именно Украина собирается использовать химическое оружие, что она совершает акты геноцида без всяких свидетельств, всяких доказательств. Это было вопиющее международного закона. Попытки создать две так новых так называемых республики на суверенной территории Украины. Именно в этот момент, когда встречался Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, именно в этот момент Путин объявил свою войну. Буквально через несколько минут начался обстрел по всей территории Украины. Потом последовали налеты, за ними танки и движение войск. Мы с самого начала сообщали об этом всему миру. Мы говорили о том, что будут совершены такие действия под ложными предлогами, будут предприняты кибератаки, чтобы у мира не оставалось никаких сомнений. Путин – агрессор. Путин принял решение осуществлять эти военные действия. И теперь именно на него мы возлагаем ответственность. Я объявляю сегодня о новых санкциях. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. And I want to be clear, the United States is not doing this alone. For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. 27 members of the European Union, приходится более половины мировой экономики. Великобритания, Канада, Япония, Франция, Новая Зеландия, многие другие страны. Мы добивались того, чтобы они совместно с нами приняли участие в нашем ответе. Сегодня утром я говорил с участниками «семерки». Мы ограничим возможности России проводить сделки в иностранных. Мы ограничим возможности России быть частью мировой экономики. Мы не дадим возможности вкладывать деньги и наращивать военные силы. Мы помешаем способности России вести конкурентную борьбу в высокотехнологичной мировой экономике. Мы уже повлияли на рубль. Буквально сегодня утром рубль упал до самого низкого уровня за всю историю. Рынок ценных бумаг также упал. В России. И сегодняшние действия мы накладываем санкции на российские банки. Находится $3 триллиона. Мы накладываем санкции на один банк, на долю которого приходится 1/3 всех активов. Сегодня мы блокируем еще 4 крупнейших банка. Это означает, что все активы Соединенных Штатов будут заморожены. Сюда входит и ВЭБ, и второй крупнейший публичный банк в России. Как мы и говорили, мы добавляем
имена представителей элиты России и членов их семей, на которых также накладываются санкции. Я говорил во вторник, это те люди, которые извлекают личную выгоду из политики Кремля, поэтому они должны разделить с ними ту боль, которую мы пытаемся причинить. Это направлено против коррумпированных миллиардеров. Во вторник мы не дадим, только не даем возможности России получать инвестиционные инвестиции от американских инвесторов, компании, активы которых превышают 1,4 триллиона долларов. Некоторые последствия наших действий проявятся с течением времени. Мы будем оказывать давление на способность России получать технологии в стратегически важные центры своей экономики в ближайшие годы. Действия наши и наших партнеров мы оцениваем, нам удастся наполовину сократить импорт России высокотехнологического оборудования. Это значит, что оно не сможет будет использоваться в военных целях. Сейчас включаем и космические программы. Снизим возможности России строить корабли. Повлияем на экономику. Это будет крупнейший удар на стратегические амбиции Путина. Мы готовы делать и больше. Кроме экономических санкций, которые мы накладываем, мы принимаем шаги для защиты наших партнеров по НАТО, особенно на Востоке. Завтра НАТО проведет встречу на высшем уровне. Мы будем участвовать в нем. 30 стран-союзниц, наши партнеры, подтвердят нашу солидарность. Мы наметим следующие шаги, которые должны предпринять для того, чтобы четче проявили все аспекты нашего союза. Хотя мы предоставили Украине буквально вот за один год, в прошлом году, 600 миллионов долларов на цели развития обороны. Я хочу подтвердить еще раз, наши военные силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Наши военные не будут сражаться в Украине. Мы будем защищать наших союзников и партнеров на Востоке. Я со всей ясностью говорил, что Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми силами, которые имеются в нашем распоряжении. НАТО оказывается еще более сплоченным, чем раньше. У нас нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты и каждый из наших союзников по НАТО выполнит наши обязательства по статье номер 5. Это значит, нападение на одного члена Союза означает нападение на всех. Тысячи дополнительных войск были направлены в Европу. Во вторник, реагируя на агрессивные действия России и Белоруссии на Черном море, я дал приказ нашим силам переместиться в Литву, в Эстонию, в Латвию, в Польшу и в Румынию на территорию наших союзников для их укрепления. Наши союзники также участвуют в этих усилиях. Остальные участники НАТО также повышают свои возможности вести коллективную оборону. Сегодня, когда произошло нападение на Россию, НАТО активизировало наши планы реагирования. Это даст возможность нашим войскам высокой готовности провести развертывание там, где это понадобится для защиты наших союзников на восточной границе Европы. Теперь я дал приказ дополнительным силам провести развертывание в Германии. Это несколько дней назад Министерство обороны привело в состояние готовности эти силы на территории Европы. Я провел переговоры с генералом Милли и с генералом и с министром Остином, обсуждая дальнейшие шаги, которые, возможно, понадобятся подкрепление и укрепление наших союзников на восточном фланге, членов НАТО. По мере нашего реагирования, моя администрация будет пользоваться всеми средствами для защиты американских семей в ситуации, когда повышаются цены на энергоносители. Мы принимаем шаги для того, чтобы сделать так, чтобы американские компании не эксплуатировали этот момент и не повышали цены на энергоресурсы нашей территории. Мы делаем все возможное для того, чтобы система платежей продолжала работать. Следим за поставками энергоносителей. Мы ведем переговоры с крупнейшими производителями нефти
для того, чтобы обеспечить глобальные поставки в нормальном режиме. Мы контактируем с другими странами, обсуждаем возможности воспользования стратегическими ресурсами нефти. Мы готовы производить и дополнительные. Мы думаем о том, какие дальнейшие меры предпринять. Я сделаю все возможное, чтобы снизить воздействие на американское население, которое мы так чувствуем на наших заколонках. Это имеет для меня критическое значение, но мы не можем не реагировать на эту агрессию. Если мы это сделаем, последствия для Америки будут гораздо страшнее. Мы выступаем за свободу, в этом наша суть. Я хотел повторить то предупреждение, которое высказал на прошлой неделе. Если Россия нанесет, использует кибератаки против наших компаний, против нас, мы готовы реагировать. В течение долгих месяцев мы сотрудничаем с нашими партнерами, с нашими компаниями, повышая нашу способность реагировать в киберпространстве. А вчера вечером я разговаривал с президентом Зеленским. Я заверил его, что Соединенные Штаты вместе с нами, партнерами и союзниками в Европе, поддерживаем украинский народ в защите своей страны. Мы обеспечиваем помощь. И в самом начале конфликта российская пропаганда попыталась скрыть правду о том, что происходит. Но история показывает снова и снова, что быстрый захват территории приводит к тяжелой оккупации, к неповиновению населения и фактически является стратегическим тупиком. В ближайшие недели и месяцы мы обращаемся к этим украинскому народу. Путин причиняет огромное зло этому народу, но они всегда показывали, что не будут сопротивляться и не покоряться попыткам захватить свою территорию. Это обращаемся к Европе, ко всем людям, любящим свободу. Путин совершил наступление на глобальный мир, и теперь весь мир видит те преступные намерения, которые имеют Путин и его союзники. И никогда в жизни его не беспокоили состояние с безопасностью. Ему необходимо нападение для расширения империи. Хотел заставить соседей силой изменить границы, силой. И в конце концов он прибег к войне без причины. Он является угрозой для будущего нашего мира. Как будто бы можно силой захватывать то, что пожелаешь. Мы будем сопротивляться этому всем, что имеется в нашем распоряжении. Соединенные Штаты, наши союзники, партнеры. Мы выйдем из этой ситуации еще сильнее, еще более объединенными, с более ясными намерениями и целями. Агрессия Путина против Украины обойдется дорогой ценой российскому населению, России в стратегическом плане. Мы сделаем это обязательно. Путин будет отвергнут мировым сообществом. Он будет превращен в парию. В истории написано, это со всей ясностью, теперь Путин сделал свой выбор, была предпринята ничем не оправданная война против Украины, которая подорвет силы России, сделает нас еще сильнее. Силы демократии, свободы гораздо сильнее, чем силы агрессии. Такие тираны, как Путин и в армии, не могут погасить этот огонь. Его нельзя вырвать из сердец людей. Нельзя никаким насилием лисить людей надежды. Эти надежды остаются. Это борьба между демократией и автократией, между суверенитетом и желанием подчинить себе других. Свобода победит. Боже, благослови население Украины. Associated Press. Zeke. Associated Press. And what interactions did you have with Russia? Планы вести переговоры с президентом Путиным? Do I have any plans to speak with Putin at this point? Первое, что вы сказали, есть ли у меня планы? А что вы сейчас? Military operations in Ukraine and making sure this does not spiral into a larger conflict.
И есть ли способы обменяться информацией для того, чтобы избежать расширения конфликта? Конфликт уже происходит. Мы должны предоставить все необходимое членам НАТО на восточном фланге. Все, что необходимо для защиты, НАТО сохраняет. Единство, у меня нет никаких планов вести переговоры с Путиным. Wall Street Journal. Mr. President, you didn't mention SWIFT in your sanctions that you announced. Вы не упомянули SWIFT среди тех санкций, которые вы планируете. Is there a disagreement among allies regarding SWIFT, потому что существует разногласие среди союзников по поводу банковской системы SWIFT? Sanctions that we propose on all the banks, которые мы предлагаем на банки имеют такую же силу, как и система SWIFT, и такие же последствия. Во-вторых, всегда вариант прибегнуть к SWIFT остается, но мы пока это не решили. ABC, пожалуйста. Sir, sanctions clearly have not been enough to deter Vladimir Putin to this point. What is going to stop him? Владимиру Путину до сих пор? Почему вы думаете, что они смогут остановить его продвижение вперед? And a second question I'll just give to you now. This statement that he gave last night will be the threat that he gave the West will face consequences greater than any we have faced in history. Is he threatening a nuclear strike? Мы столкнемся с такой ситуацией, которую никогда еще не видели в истории. Имел ли он в виду ядерный удар? Я не знаю, что он там имеет в виду. Я знаю, что он уже совершил. Это раз. Во-вторых, никто и не думал, что санкции предотвратят те или иные события. На санкции уходит время, мы должны продвинуться с решимостью, должен понимать, что его ждет, чтобы народ России понимал, какой вред он причиняет ему. На это уйдет какое-то время. Это, не должен был вдруг испугаться и сказать, боже мой, санкции, я должен отступить. Нет, мы собираемся заставить его заплатить ценой с течением времени. Two topics, just really quick. First, markets are down, and gas prices are up. I know you always stress the difference between Wall Street and Main Street, but everybody seems to be in some economic pain. How economically painful is it going to get for people in this country? Can I do it more? First of all, there's no doubt that when a major nuclear power нет сомнений, что когда крупнейшая ядерная страна нападает на другую страну, не произойдет никаких событий, что не отреагируют рынки, не отреагируют страны. В этом нет сомнений. Во-вторых, представление о том, что это продлится в течение длительного времени, вряд ли может иметь место. Если мы будем сопротивляться, будем предъявлять санкции и будем противиться российским действиям. А второй вопрос. Не кажется ли вам, что вы недооценили Путина? Когда летом вы говорили о том, что он достойный противник, в то время я так сказал, так мне показалось, и речь идет о том, что я недооценил его. Я читал большую часть того, что он написал, эти речи, которые он говорил. У него крупнейшие амбиции в Украине. Ему хотелось бы восстановить Советский Союз. Вот в чем дело. И мне кажется, эти амбиции полностью противоречит тому, к чему стремится мир, что в нем происходит. А уверены ли вы в том, что эти сокрушительные санкции действительно нанесут решающее поражение России в смысле тех танков, пуль, которые используются в Украине? Да, именно так я и думаю. А если санкции не помешают президенту Путину, то какие другие виды наказания? Я не говорил о том, что санкции его остановят. Вы в течение нескольких недель ведете разговор о санкциях. Да, но угроза санкций и наложение санкций — это, в общем-то, разные вещи. Теперь он увидит последствия применения нами санкций. И как
это изменит его намерение, его настроение. Настолько ослабит его страну, что ему придется делать очень сложный выбор. Или перейти в состояние второсортной страны, или реагировать должным образом. А не кажется ли вам, что здесь можно говорить о неком блефе? Вы говорили о том, что могут быть предприняты санкции против Путина лично. Действительно, мы рассматриваем. Почему вы сегодня не предъявили эти личные санкции? Почему сегодня вы этого не сделали? Господин президент, вы говорите о новых санкциях, резких, которые возымеют эффект в течение времени. Но учитывая то, что вы не отключаете Россию от системы SWIFT, международной банковской системы, какие другие санкции имеются при всем уважении в вашем распоряжении? Чего вы ждете? Санкции, которые мы накладываем, по силе превышают SWIFT, превышают все, что когда-либо применялось до сих пор. They are profound sanctions. Присоединяется большая часть мира. Это очень глубокий. Sir, you spoke to Vladimir Zelensky yesterday, sir. Вы разговаривали вчера с господином Зеленским. We are watching the beginning of another Cold War. Риск того, что мы являемся свидетелями начала новой холодной войны, приведет к полному разрыву взаимоотношений. В настоящий момент как раз и происходит такой разрыв, если будет Россия продолжить движение по этому пути. Говоря о холодной войне, видите, большая часть мира полностью противится тому, что он делает, от Южной Америки до Европы, по всему миру. Мы это наблюдаем, поэтому, как говорится, наступит холодный день для России. If I could follow up, sir, are you urging China to help isolate Russia? Are you urging China to help isolate Russia? Призываете ли вы Китай помочь нам в изоляции России? Я не могу сейчас комментировать этот вопрос. No. He's had his hand up a long time. Thank you, Mr. President. How concerned are you that Putin wants to go beyond Ukraine into other countries? Насколько вас беспокоит, что Путин пойдет за пределы Украины и придется другим странам участвовать в этом? We will be involved. The only thing that I'm convinced of is if we don't stop now, we'll be involved. If we don't move against him now, нет, если сейчас мы не начнем действовать немедленно и решительно, он почувствует еще более сильные намерения действовать. Вы не могли бы подробнее рассказать? А почему сегодня не применить личные санкции? Извините, не слышал вас. Is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Индия поддерживает вас в вопросе взаимоотношений с Россией. Индия является одним из ваших крупнейших партнеров в вопросах решения, в вопросах обороны. У нас будут консультации, подходы консультации с Индией сегодня. Мы пока этот вопрос окончательно не решили. Большое спасибо всем.